Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Издательство «Бамбора» выпустило впечатляющую книгу, признанную лучшей книгой 2020 года по версии «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Пост» и других изданий. «Что-то не так с Гелвинами». Автор Роберт Колкер. История реальная, но читается как остросюжетное расследование, иногда отталкивающее, иногда впечатляющее, но точно задевающее за живое. Дон и Мими, родившиеся в 1924 году, решили пожениться в 1937. Они познакомились на соревнованиях по плаванию и не расставались до самой смерти Дона в 2003 году. Он стал военным, сделал карьеру, а Мими осталась домохозяйкой. Ведь надо же было выносить и воспитать 12 детей. 10 мальчиков и 2 девочек. Все одаренные, кто спортсмен, кто математик, кто музыкант. Их большой дом в живописной долине полон жизни, веселья, надежд и ожиданий счастья. Однако все не так лучезарно у этих Гелвинов. Кажется, внезапно старший сын Дональд, красавец и интеллектуал, выдающийся спортсмен, заболевает. Диагноз – шизофрения. Один за другим 5 сыновей Гелвинов заболевают этим недугом. По жанру это документальный роман. Детальный, дотошливый, правдивый, действительно краткий курс генетики, психиатрии и психологии. Читается не как научно-популярная литература, а как приключенческий хоррор. Оказалось, что за этой реализованной американской мечтой, за этими молодыми, талантливыми, улыбающимися лицами 12 Гелвинов скрывались жуткие поступки. Абьюзивные отношения с унижением, жестокостью, агрессивностью, подавлением воли других. Все сыновья Гелвинов в той или иной степени этим страдали. Сексуальное насилие. Не забудем, что в семье 2 девочки, Маргарет и Мэри. Употребление наркотиков, попытки самоубийства и состоявшееся жуткое убийство. Книга Роберта Колкера состоит из 2 развивающихся параллельных истории. Идеальной семьи Гелвинов, разрушенной безумием, и исследований ученых по вопросам профилактики, обнаружения и лечения шизофрении, ее генетики и психофармакологии. В основу этого документального романа легли сотни часов интервью со всеми ныне живущими членами семьи Гелвин, их друзьями, соседями, учителями, врачами, коллегами по работе, учеными, генетики, психиатры. На протяжении нескольких десятилетий бьются над загадкой этой семьи для того, чтобы найти ответ и подарить надежду миллионам людей. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».